Смотри, следующая история, может быть, мы ее хорошо тоже, кто давно читает Библию, он хорошо ее знает. Значит, да, это тот, кстати, персонаж, который в центре, это не дискотека, это он не танцует на дискотеке, это танец радости, он от радости танцует. Человек мира или сын мира в истории исцеленного хромого. Я бы хотел попросить брата Игоря, чтобы он прочитал этот текст. Пожалуйста. И мы... А, да, я сейчас текст этот высветлю тоже. Да, конечно, пожалуйста. Нужно больше. Нет, хорошо. 3 глава, Деяния апостола. Петр и Иоанн шли вместе в храм час молитвы 9. И был человек хромой, а чрева матери его, которого несли. И сажали каждый день перед дверями храма, называемым Красным. Проседнилось ли Бог увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милости. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказали: «Взгляни на нас». Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и злата нет у меня, но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочил, встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что он был тот, который сидел у красных дверей храма, в милостыне, и исполнились ужаса и изумления от услышанного с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ изумления сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал Богу: «Мужи израильские, что видеть этому, или что смотрит на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог отцов наших, поставил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал основание, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Спасибо большое. Друзья, ну как бы история достаточно известная. Я буквально немножечко хотел бы такой обрисовать исторический контекст истории. Значит, событие происходит в храме Соломона. Значит, ну, в общем, это уже, наверное, третья версия. Храм Соломона 3.0, как бы третий апдейт был. Значит, почему? Потому что первоначально, ну, была такая очень длинная и грустная история этого храма, потому что сначала это была скиния, потом это был храм, который построил Соломон, потом он был разрушен, потом восстановлен, потом Ирод его восстановил. В общем, там такая была очень история. Вот это, кстати, здесь вот изображена, это как бы реконструкция, ну, моделька, да, вот храма, который мог бы быть вот тогда. Почему апостолы шли в храм? Они же христиане. Причем тут еврейский храм вообще к христианам апостолам? Дело все в том, что история вообще первой церкви, она была очень интересная и удивительная. Почему? Потому что первая церковь, она состояла из евреев. Как это ни странно звучит, Иисус Христос тоже был еврей. Вот, и первая церковь была из евреев. Хотя, например, было одно время такое учение, когда вот евреи предали Иисуса Христа, они его распяли, они недостойны даже называться там, там народом Божьим. Но, оказывается, первая церковь – это были евреи. И, кстати, первая церковь, когда, если вы помните вторую главу, вот мы недавно читали, то присоединилось к первой церкви душу около 3000 евреев, ребята, евреев. Это не были язычники, это не были, ну, там, греки, это были евреи, которые пришли в храм для поклонения. Дело все в том, что храм еврейский – это был центр поклонения израильского народа. Бог запрещал поклоняться людям, евреям, в каком-либо другом месте. Не, понятно, что, значит, эти самаряне, они, будучи находчивыми друзьями, они себе тоже там организовали такую гору, где они поклонялись, приносили жертвы. Но Иисус Христос, он все-таки делает акцент на том, что именно еврейский храм, иерусалимский, это центр поклонения.
И вот смотрите, в чем происходит сама суть вопроса. Когда апостолы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, они же не перестали быть евреями культурно по своей идентичности. Они были евреи, они есть евреи, они и остаются евреи, просто они христиане. И вот часто вот такая есть особенность, когда люди путают эти два понятия. Да? Смотрите, еврей может быть христианин, может быть иудей и может быть и этот атеист. Вы представляете? Еврей может быть христианин, иудей и атеист. Еврей – это национальность, а вероисповедание – это нечто другое. Да? Это совершенно по-другому. Кстати, даже сейчас в Израиле Тель-Авив – это что? Тель-Авив – это, по сути, столица и культурный центр, где все ночные клубы, вертятся там эти все фонари. Вот. А Иерусалим – это религиозный центр. И абсолютно в Израиле есть люди совершенно разного вероисповедания. Так вот, апостолы, они ходили в субботу в храм, потому что они были евреи, это был еврейский храм. В воскресенье они собирались по домам, преломляли хлеб, проповедовали, а уверовавшие христиане слушали учение апостола, и все. И начинался, ну, и там продолжался понедельник и так далее. То есть суббота это было обычное время поклонения в храме. То есть в этом ничего такого особенного нет. И вот идут, значит, два апостола, они идут в храм по обыкновению, и вот там лежит, значит, этот вот хромой. Тоже интересная такая особенность, что согласно закону Моисея, человек с увечьем не имел права войти на территорию храма. Не имел права. Ни язычник, ни человек с увечьем, он не мог зайти. То есть, представьте, а ведь на самом деле жертвы-то приносились там, а там же было поклонение в храме. И человек, имея увечья, он что происходило? Он лишался возможности поклоняться Богу в храме. По закону. Закон его ограничивал. И вот этот человек сидит и, значит, просит милостыню. Смотрите, давайте сейчас немножечко переключимся на сам текст. Какой сейчас вот у меня к вам есть вопрос? Давайте первый вопрос. Кто мог бы пересказать по памяти эту историю? Не подглядывая в текст, вы можете сейчас его просмотреть и начать пересказать его. Кто мог бы пересказать? Вот что вспомнили? И своими словами. Словами 21 века. Кто мог бы его пересказать? Хотя бы начать. Это история про... И так далее, и так далее. Кто мог бы начать? Да, пожалуйста. Как зовут? Дима. Как? Дима, пожалуйста. Значит, два апостола шли по своему обыкновению в храм, пришли, да. Ну, когда заходили, видели, при дверях сидел человек больной, инвалид, который не мог ходить, и он пристально смотрел, он просил милостыню, когда он увидел их, пристально на них смотрел, надеясь что-то получить от них. Да. Денежку какую-то, да. И когда они увидели, взглянули на него и увидели в нем вот этот пристальный взгляд, увидели веру, что он хочет что-то получить от них, и они сказали: «Золото и серебра нет у нас, но что имеем, даем тебе, во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». И он тотчас встал на ноги свои и начал ходить. Да, отлично. Кто мог бы... Спасибо, Дима, отлично, прям великолепно. Кто мог бы еще добавить что-то, что в этой находится истории? Там же люди сбежались. Сбежались люди. Но сначала он хромой, да, исцелился, он сразу зашел с ними в храм. Ага. Вот эта преграда, она обрушилась, и он зашел, прославляя Бога в храме. Вот эта радость, когда ты можешь славить Господа, его присутствие, присутствие Бога. Именно в храме, Интересно. Ну и дальше уже... Угу. Так, друзья, еще... Спасибо большое, Игорь. Еще, что в этом тексте такое, вот, что можно было бы добавить? Потому что вот уже сказали Константин, Игорь, Дмитрий. Что-то еще есть? Не, ну я много сказал. Друзья, тут, да, я буквально один такой момент еще чуть-чуть добавлю. Я специально намеренно на 3 стиха больше я попросил Игоря прочитать, чем обычно читается этот текст, чтобы сделать акцент на том, что после этого исцеления произошла проповедь. И вот смотрите, в конце
вот наше вот этого размышления, знаете, какой я задам вопрос? И вы тоже сейчас подумайте об этом. Какой результат произошел того, что мы здесь смогли прочитать? К чему это все привело? Да. Это потом. Это в конце. Друзья, смотрите, сейчас будет такое коротенькое задание. Ну, видите, я же люблю задания. Это чтобы я и без заданий, и чтобы мы все вместе не приняли участие, так не бывает. Смотрите, друзья, первый вопрос. Что мы узнаем об апостолах в этой истории? Можете, смотрите, буквально на два человека, по два человека вот здесь вот разделиться. Вот текст здесь на экране. Хорошо, друзья, давайте, может быть, сейчас и поделимся, да, нашими размышлениями. Кто бы хотел начать? Давайте вот левая часть зала, пожалуйста, с вас начнем. Да, по одному тезису, да, вот просто тезис. Что апостолы были очень мудрые люди. Что еще раз? Были очень мудрые люди. Да, очень мудро подошли к ситуации, основная их цель была исцелить человека, проповедовать об этом. Интересно. Интересный вывод. Хорошо, друзья, еще, пожалуйста, какие мысли, тезис какой-то, да. А Верочка? Они были едины, ну, то есть вместе постоянно шли, и у них был дар исцеления. Ага, отлично, да, спасибо большое. Кстати, помните, да, Иисус Христос учил учеников ходить по двое, то есть, в принципе, они даже вдвоем шли в храм. Хорошо, спасибо, Ян там хотел. Получается, мимо него не прошли. Угу. Они все-таки мимо не прошли, и, ну, и спросили, что оказалось, что серебра и золота у меня нету, угу. То есть, что они не прошли мимо? Да, да, вот именно, в целом. Но иногда у нас тоже есть какие-то установки, да, проповедовать какому-то богатому человеку, а тут человек нуждается в помощи. Угу. Ты можешь мимо пройти, либо не будете. Как притча про самарянина, что когда этот левит там бежит на служение в храм, да. Метр дело до того, да, лежит побитый, да. А самарянин остановился. Ага. Так что мы вот эти могли тоже просто в храм зайти, именно лишь пришли в упражнение, и все храмы. Отлично. Но нет, у них оказалось прям. Да, кстати, смотрите, еще я буквально добавлю один момент. Первый стих. Они шли в храм в час молитвы девятой. То есть они как раз шли тогда, когда там были люди. Они не шли в пустой храм, они шли там, где было много людей. И потом мы узнаем, сколько там было людей. Там было очень много людей. И выбрали только этого. Почему? Не, а еще интересно. Хороший вопрос. Интересно, что они не просто сказали, у нас нет серебра, золота. Они что-то другое предложили. У них налички не было. Могли бы просто сказать, нет, не знаете ничего. Не, хотя они могли бы, знаете как, ну оно понятно, что сидит Ничи, ну что он, ну там просит. Ну денег просят, это же естественно. А кстати, они такие, а это? Много говорить, что они сказали, что у нас нету серебра и золота. Ну, что у нас есть. Это вообще очень глубокая тема. Хорошо. Друзья, что мы еще узнаем об апостолах? Значит, они еще не просто подняли, помогли им встать. А, кстати, да. Да. Вот так. Да, и взяв его за правую руку, да, поднял, да, за правую. Вот интересно, именно та деталь такая. Так, еще, друзья, какие мысли? Кто еще не высказывался? Тезис? Не-не-не, кто не высказывался? Сейчас. Те, кто не высказывался. Тоже, тут еще есть несколько таких хороших, таких, знаете, жемчужин. Да, друзья, кто-то еще хотел бы, кто еще не... Да, Игорь, пожалуйста. Да, тут еще очень важный момент. Когда народ это все увидел и подошел к нему, то они четко показали свою позицию, что это мы не своим благочестием и не своей силой. Но они не ставят там признание, хотя то, что совершилось, ну реально это чудо, ну просто, и народ в изумлении был, да? То есть они всю славу отдали Богу. Да, а в принципе, у них бы из этого момента могло бы сразу и серебро, и золото. Конечно. Монетизировать. Да. Монетизация пошла. И все такие сразу, вот у меня там теща больна, там все готовы уже нести там какие-то приношения.
Да, очень хорошая, очень важная такая, да, мысль, такая деталь. Друзья, еще что-то есть, какие-то идеи, мысли? Ну, во-первых, что они пребывали в братском единстве, потому что написано, да, что все верующие должны были быть в общении, да, в науке апостольской. И вот у них это именно братерские еднания, ну, братское общение. Они вдвоем. Не один апостол, а вдвое, да. Потом, ну, они были исполнены духа, потому что они сделали чудо, да, совершили чудо. То есть они пребывали в правильном состоянии, в состоянии единения с Богом. И были как инструмент в руках Божьих, через которые Бог в любой момент мог действовать. И они были внимательны к нуждам людей, потому что, опять же, шли на служение, на молитву, но увидели по ходу нужду за дверями, да, служение. И как бы служение автоматически перенеслось тоже с ними и с Богом за дверью, получается, потому что все там пошло дальше, да, действие. Да. И... Что еще хотел сказать? Ну, все. Да. Спасибо, спасибо, Дима. Да, друзья, смотрите, очень, почему это важно, вот эти размышления, которые мы сейчас делаем, почему это важно? Потому что, ну, глядя на пример апостолов, мы можем в отражении увидеть, как нам надо себя вести. Но скажу вам, признаюсь честно, я когда вижу людей, например, которые там бездомных людей, от которых не дурной запах, ну, как бы, естественно, по-человечески понятно, что хочется побыстрее... Да, удалиться. Вот у нас, например, вот мы с повторником, я вожу детей на плавание, и часто, так как у нас у детей, получается, плавание идет в разное время, то есть по полчаса, но оно растянуто на 2 часа, да, то я, например, там одного ребенка завожу, второго забираю, третьего, ну, то есть это такая длинная история, и с нами как раз рядом находится библиотека. И вот в эту библиотеку мы перемещаемся, там дети книги читают. И что удивительно, что в Англии как часто, что библиотека – это не там, где только книжки читают. Это вообще место, куда приходят люди там покушать, в интернете посидеть там. И что самое удивительное, что туда как раз часто приходят люди бедные. Как раз может даже вообще и бомжики приходить. И у меня, конечно, как у отца, знаете, который знает очень много плохих историй, Эльзочка, ты не можешь ходить сама по библиотеке, Эльзочка, да, будь возле папы там, Эльза. Ну почему? Потому что мы живем в страшном мире. Вот. И вот пример вот апостолов как раз говорит о том, что надо все равно, даже зная плохие истории, надо все равно не отбрасывать ту возможность быть открытым к тому, как раз, что именно через таких людей часто Бог особенно действует. И что интересно, друзья, знаете, в чем еще удивительная деталь? И мы сейчас об этом поговорим немножко позже. И это вы мне сейчас опять же об этом скажете, об этой детали. Давайте все-таки перейдем к следующему вопросу. И будем делать заключение. Что мы узнаем в этой истории о хромом? Интересный вопрос. Особенно те, кто не успели высказаться раньше. Подвое, есть... да? Да, можете тоже подвое поделиться друг с другом, поговорить, вот, например, почитать эту историю. И так интересно. О, интересная деталь о хромом. Да, можете, пожалуйста, поделиться друг с другом. Друзья, давайте, может быть, будем уже делиться, да? Поделимся сейчас нашими исследованиями. У нас есть молодые парни, хлопцы, готовые поделиться своими исследованиями. Пожалуйста. Что мы узнаем о хромом? Замечательно. И они были открыты к помощи, да, то есть, но есть люди, которые закрыты, они не хотят, чтобы им помогали. Ну, деньги дайте, а дальше мы уже сами там себе поможем, да, он такой, ну, отлично, супер, спасибо большое. Еще, пожалуйста, о хромом что мы узнаем? Ну, написано в самом начале, что он не сам приходил, а у него были люди, да, которые каждый так день приносили и уносили. То есть, так. Мы вот тоже говорим, да, это... Да, конечно. Да, 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 да. Причем он был по-настоящему хром. С рождения. Да, он не был такой, знаете, как в бизнесе. То есть там подкатил. Потом ноги выросли, я хожу, я чудо.
Да. Просто получается, что в бизнесе что тоже могут таких больных использовать. Да. Конечно, конечно. Как бы, если взять на наше время, что обычно это бизнес, там это прибитые места, где платят больше, да. Ну там еще попробуй сядь, тебя попрут. Да, да, да. Я попробую. Да, да, да. Смотрите. То есть, если я что хочу сказать, значит, ты его приводили, по идее, или родственники, потому что ну кому он нужен, да? Или родственники, которые, ну, то есть, там, папа с мамой, не знаю. Да, друзья, давайте будем внимательно слушать, да, чтобы не было шума. Или же это, вот, как если это мафия, да, вот это, которые собирают на этом зарабатывать, значит, какие-то были люди, которые тоже приводили, но просто сразу, глядя наперед, и в том, и в другом случае, слава Божия явилась или то будь перед родственниками, или же даже если это бандиты, ну такие люди, которые потом у него эти деньги забирают, да, там часть ему оставляют какую-то, то для них это тоже был шок в любом случае, слава Божия, да. Ну, да. То есть как бы там не было, мы не знаем, гадать не будем, но в любом случае это было просто меч, который пронзил там сердца тех, кто приносил его в первую очередь, наверное, да. Потому что они его лучше всех знали. Друзья, мне нужен доброволец. Мне нужен доброволец. Кто может, парни там, вот наши дорогие. Артём, да, зовут? Артём, можешь выйти? Или не сложно, нет, выйти, Артём? Нет, все, молодец, отлично. Смотрите, в чем особенность вот этой истории, знаете в чем? Вот смотрите. Вот, допустим, я хромой, да? Я хромой, Артём красивый апостол, молодой парень. Я вот такой хромой, тут, значит, лежу, тут все прошу, жду. И смотрите, Артём может сам пойти в храм. Артём, можешь идти в храм. Вот ничего особенного не произошло, да? А теперь, Артём, можно на секундочку? Артём меня поднимает, он меня исцеляет. И мы с Артёмом заходим в храм, куда нам, мне, заходить нельзя было. Никогда. Теперь смотрите, что происходит с людьми. Что у них происходит, как вы думаете, в голове в этот момент? Что это? Его не занесли, он сам зашел. Ужас, там написано ужас. Во-первых, он теперь уже может. Ему уже можно по закону. Да, спасибо большое, спасибо. Понимаете? То есть уже можно, он уже его не заносит. Он заходит, и он заходит туда, где он никогда не был. И внимание, знаете, вот всего зала такое. Раз, все тишина. Молитва прекратилась в этот момент. Потому что зашел в храму. Понимаете, вот. И вот это вот произвело потрясающий такой, знаете, вот импульс, моментум, да, как в Англии говорят, импульс такой. Люди в этот момент очень сильно были внимательны к тому, что происходит. Во-первых, произошло чудо. Во-вторых, зашел хромой, которому дверь была закрыта. В-третьих, зашли с ним какие-то люди, и они что-то интересное говорят. Да, вот это произошло. И вот правильно, то, что сказал когда-то Игорь, он сказал правильную такую идею, что в этот момент очень много зависело от самих апостолов. Либо начать стяжать славу себе и сказать, ребята, вы еще не знаете, что вы тут творили. О, помню с Иисусом Христом, еще не такие чудеса. Вот. Нет, они в смирении понимают, что произошло чудо, Бог совершил чудо, и что они делают, внимание, на вода обращают на того, кто дал им совершить это исцеление на имя Иисуса Христа, на имя Божье. Они начинают проповедовать. Проповедь их была очень простой. Первое, они говорят, что... Говорит, во-первых, говорит, не удивляйтесь, посмотрите на нас. Мы вообще простые люди, неприметные, да, вот если так, 13 стих, своими словами. Вот. И потом они переводят взгляд на Бога, и потом на того, кого они распяли. И на того, кого они распяли, они говорят, так вот, в конце, да, написано, по сути, вот, да, говорит, а начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему вы свидетели. Теперь смотрите, интересная очень такая важная деталь. Когда народ стоял на молитве, они стояли внутри храма. И вот когда они попадают в храм, происходит то, что люди, находящиеся в храме, начинают слушать эту историю. Смотрите, у меня такой вопрос. Как вы думаете, какой был результат вот этой всей истории? Кто может вспомнить? Какой результат проповеди был? 5000 покаялось.
Ну, вообще это чудо, оно само по себе как бы распахало вот эту каменную твердую почву сердец для того, чтобы плодотворно зашло Евангелие. То, что вот эта проповедь апостолов, и вот это конкретно, это первое, да, такое большое количество людей, 5000, а потом в другой проповеди 3000, да. И вот это 5000 людей покаялось именно вот после этого чуда совершенного апостола. Мне кажется, наоборот тоже. В начале вторая глава это было 3000, а потом было 5. Нет, тут 5. Да-да, это четвертая глава. А во второй главе 3000. Да, ничего, абсолютно не проблема. Нам чем больше, тем лучше, на самом деле. Да хоть 3 миллиарда, я только буду рад. Результат очевиден. Да. И вот это чудо, оно вот следствие того, что произошло. Сердца они просто открыли. Да. Да. Интересно, смотрите, как делает. Смотрите, что делает Бог. Да? Он сначала работает с апостолами, с их сердцами. Он их готовит. Да? Потом происходит вот, покаяние. Присоединилось к церкви душу около 3000. Это было во второй главе. Те, кто не присоединились, они еще пошли в храм. И знаете, как вот фоллоуап такой произошел. Как бы, ну, мы и вас тоже пригласим, как говорится. То есть, фактически, вот в ближайшее, вот только организовалась церковь, сколько было членов церкви сразу же организовалось? Ну, как минимум 8 тысяч. Как минимум. Такое вот очень мощное, сильное, такое просто потрясающее. Ну, я не знаю, я не могу вам с точностью сказать, сколько времени прошло между двумя этими событиями. Кстати, часто такой момент, вот если читать книгу «Деяния апостолов», такое впечатление, что там чудеса происходили каждый день. Вот если кто давно читает «Деяния апостолов», такое ощущение, что каждый день происходят чудеса. Так вот, «Деяния апостолов» – это книга, которая повествует о событиях на протяжении, знаете, скольких лет? Как вы думаете? Не, ну меньше, но это совсем уже. Около 20 лет. То есть книга «Деяния». Смотрите, вот в этой части, когда мы делимся теми открытиями, которые у нас есть, очень важно говорить только про себя. Вот я часто на это делаю упор, потому что когда мы слышим другого человека, знаете, у нас первая какая реакция? Мы хотим человека фиксить, вот. Мы его хотим ему советы раздавать, как жить правильно, да? А когда я читаю Слово Божие, что я делаю? Я применяю его к себе. Оно меня меняет, я другого человека поменять не могу, его только может поменять Бог, да? Поэтому, когда мы говорим про себя, очень важна такая деталь. Во-первых, говорить только про себя, не комментируя другого человека, его выводы. Ну все. Поэтому, пожалуйста, если есть у вас желание, можете поделиться вашим решением. Я буду. Меня коснулось, я буду. Вот. Кто хотел бы начать, пожалуйста. Это было бы здорово поделиться. У меня два момента. Замечать идею про себя. Угу. У меня такая иногда, но у меня же не бросят. Спасибо большое. Кто еще бы хотел поделиться, пожалуйста? Ну я в контексте именно евангелизма. Ну, то есть часто я могу там, ну, там, сказать, либо там вспомнить о Боге. Но я как-то не потому что я стесняюсь, как бы мне кажется, что это неуместно. Но это неправда. Мы никогда не знаем, вот если бы они просто прошли мимо этого храма, тогда, ну... 5000 было. И мне очень понравилась идея именно, что все произошло вне храма. Ну, то есть, а у нас как-то, мне кажется, не у нас, у меня, не могу сказать, да, коробочка, как-то вот Бог действует вот так, либо вот в храме, ну, либо... Ну, в моем случае не в храме, а вот у меня есть, ну, вот люди, с которыми я говорю, о Боге говорю. А если у меня, ну, Бог же может меня, ну, мне дать такую ситуацию, которая вот... Внештатные, да, вот как у них, да. И вот я могу рассказать о Боге. Ну, то есть, чтобы к этому быть открытым. Угу. Да, кстати, вот часто, я помню, когда уверовал, вот у нас было по воскресеньям, у нас говорили часто служители, говорит, у нас будет в церкви евангелизационное служение. То есть вы приходите ваших друзей, знакомых в церковь, и там будет евангелизационная проповедь. Ну, в каком-то смысле это хорошая идея, да, но, к сожалению, сейчас мы живем во время, когда люди просто не ходят в церковь. Им церковь неинтересна, она для них скучна, и они, ну, то есть они... К примеру, вот я здесь видел, у нас одна соседка здесь живет,
Друзья, она знает церковь, которая здесь, она знает расписание, когда проходит служение, она знает отличный английский язык, но она туда не ходит, ей не нужна церковь. Вот. Ей надо просто, чтобы ее послушали, с ней поговорили, а может быть, и о Боге рассказали. Но это не в церкви, а это там на улице, ну, грубо говоря. Но я просто идею вот эту развить чуть-чуть хотел. Да. Спасибо большое, Аня, что поделилась. Да, еще, пожалуйста. Я просто из этого как бы себе проанализировал еще дальше. Значит, они пошли, вот это что, были внимательны к людям, обратили внимание, и как следствие 5000 человек исцелил, ну, исцелилось от рабства греха и смерти, да. Не только он один. Но с другой стороны, как бы можно сказать, а вот если бы они были невнимательны, то 5000 людей бы не покаялись. Но хочу как бы это заперечить, да, ну, опровергнуть, потому что, говорит, если вы не будете петь, камни запоют, да, и к Эстер, по-моему, говорил, говорит, именно на это время тебя поставили, если не ты, то будет другой человек, Бог даст освобождение другим путем. Спасение придет через другого. Да, через другого придет. То есть суть такая, что ты или не ты, не думай о себе много, что там от тебя все зависит. Божья воля сделается, Бог свое дело делает, он найдет другого. Эти-то двое прошли, не заметили, пришел бы Павел бы потом пришел, да, и сделал бы это. И 5000 бы тебе все равно бы покаялись. Но где бы была похвала этих двоих, да, кто бы сиял как зори на небе, да, надо об этом тоже думать, потому что Бог говорит, что тех, кто многих обратят. То есть ты можешь прожить такое гниловатое христианство, ни о чем. И ты потом будешь, ну, жалеть, но уже будет поздно. Другие будут сиять, как зори на небе. И если это сейчас понимать, вовремя это понять, это дает нам ревность, чтобы мы как бы замогались добрым взмахом, да? Ну, то есть мы должны понимать это, потому что время проходит наше, деньги там то осталось, времени мало, послужить еще, потому что потом уже ничего не изменишь. Плоды. Да, и по факту сейчас надо думать о том, какие плоды ты приносишь, что ты собрал. Ну, вот это, где сокровище твое, там будет и сердце твое. И если у тебя есть вот эти сокровища для Господа, нетленные, да, то есть вот поэтому тоже надо быть внимательным, потому что, ну, как бы ты можешь это можешь сделать ты. Расскажу вам одну историю из моей жизни. Я вот, у нас на той неделе гостил племянник наш, он приехал из Канады, да, троюродный племянник. Это, получается, сын моего двоюродного брата. 30 лет назад, ну, это было, значит, в 94-м году, мне двоюродный брат рассказал Евангелие у себя дома. Меня очень глубоко это коснулось, и настолько коснулось, что я понял, что я хочу вот это вот иметь. Вот это вот. Вот это Царство Божие в сердце, да, вот мир Божий, вот это Божье присутствие. Интересно складывается обстоятельства. Значит, он мне рассказывает Евангелие. А он выходит со стороны моего отца, а у меня родители в разводе. То есть я вообще брата не видел много лет, и я узнал, что он веровал, мне стало интересно. Зачем это молодому парню, вот эти бабушки, дедушки, вот эта церковь непонятная и все такое. Потому что у меня не христианская была семья, у меня бабушка только была верующая. И когда я приехал к нему на встречу, это было в 94-м году, он со мной начал говорить, у меня такое впечатление, друзья, что у меня просто вот так колпачок на голове открыли, начали заливать туда масло. Знаете, такое теплое, такое приятное. И меня настолько мне стало хорошо внутри, я понял, что, ребята, это что-то, это просто не про религию, это что-то вообще, это сверхъестественное. Значит, он мне рассказал Евангелие, потом у него жизнь по-своему сложилась, он женился, стал миссионером в селе, потом у меня семья разрушилась, потом он жил один, ну, своя тяжелая история. Значит, он потом поженился второй раз, то есть, получается, его оставила жена, и его жену, на которой он сейчас женат, оставил молодой парень, то есть они их обоих оставили. Сейчас у них трое деток, значит, я так время от времени интересовался, как там дела в Канаде, как там дела. Ну, вот мы на работу ходим, там какую-то церковь, что-то там туда-сюда. А у меня в 16-м году очень сильный такой был, вот у нас с Анечкой 15-16 год, меня просто аж распирало от идеи нести Евангелие, проповедовать там все. Я говорю, Женя, чего сидите? Я говорю, там Канада, спасайте Канаду. Я ему начал высылать, значит, он меня зажигает, да, то есть я прихожу к Богу, я покаялся. Потом проходит 10 лет, и я ему этот мячик закидываю обратно уже в Канаду. И я такой только слышу, что у меня Женя принял мячик,
Они уходят из той церкви, где они были, и они начинают организовывать церкви. Сейчас они организовали уже 3 церкви. Они занимаются уличной евангелизацией. Когда был ковид и закрыли церковные здания, они купили автобус, военный автобус, и в автобусе начали проводить служение. И люди со всего города начали приезжать в этот автобус, потому что были закрыты церковные здания. Говорит, это у вас тут церковь? Да, заходите, пожалуйста. И вот сейчас вот они занимаются таким очень большим служением. Я к чему это говорю? Потому что вот эта Божья благодать, она имеет вот такое обратное действие. Да? То есть вроде бы он меня спас, но в определенный момент я его подтолкнул. Сейчас они, их очередь, да, там, вот мы так друг друга подталкиваем. Так работает Бог, так работает Святой Дух, да, в нашей жизни. И это очень важно, вот то, что Дмитрий сказал, очень важно вот об этом помнить. Но первое, знаете, как первый benefits, первое вот благословение, кто получает, занимаясь служением, это сам человек. И оно проявляется в радости. В глубокой, потрясающей, сверхъестественной радости. Радости не от покупленных каких-то игрушек, там, каких-то, знаете, модных вещей, а радость от того, что ты спас душу человеческую. Жизни меняются, семьи сохраняются, детки воспитываются в нормальных определенных условиях, здоровых семьях. Да? Вот у них сейчас, например, 3 биологических деток, и первый вот этот Оливер, вот этот первого, от парня, который бросил. Потом этого парня, он видел Оливер 2 раза в жизни, это в 3 годика, и вот сейчас 17 лет. Они узнали, что этот парень, его забрали в реанимацию в Голландии, он сам молдаванин, и когда они узнали, что его забрали, Женя говорит: Оливер, едь в Голландию, расскажи папе Евангелие. Вот, и он едет в Голландию, он встречает папу в реанимации, он начинает ему проповедовать. Оливер, сын, которого он бросил с девушкой, с которой он встречался. Этот сын сейчас приезжает, ему рассказывает о Боге, Спасителе. Вот и все. И вот оно вот так вот работает, понимаете? Господь вот нас любит и делает потрясающие жизни в нашей жизни. Еще кто-то хотел бы еще, пожалуйста, поделиться про себя. Про себя. Меня, вот я хотел бы, вот я буду то-то и то-то. Что еще, пожалуйста? У нас там время есть, если есть. Да. Ну еще 30 секунд есть точно. Получается, люди, те, которые собрались в храме, они были, можно назвать их религиозными, но они как-то хоть чтили Бога. Но все-таки сила была только у апостола. Тоже делает разницу. Мне интересно, что даже Бог не списал этих религиозных людей. Казалось бы, да, они же его и как раз распяли Христа. Да. Но в итоге Бог находит план, как их же еще и спасти. Да. Он еще их собрал в одном месте. И туда послал апостолов. А, кстати, еще одна деталь. Извините, буквально вот упустил, хотел сказать. И спасибо, Ян, что ты поделился. Я одну деталь. У многих людей, например, в голове такое: ну, конечно, я же буду заниматься служением, у меня же не будет времени и денег заработать на семью. Мы живем же в Лондоне, самый там богатый город, самый дорогой. Так вот, интересно, что Женя, когда он не занимался служением в Канаде, у него не было как раз денег. Он то одну работу, то вторую. Когда он начал заниматься служением, знаете, что они начали? Они начали бизнес по установке солнечных панелей. Это один из самых больших сейчас у них подрядчиков, которые установили солнечные панели, сейчас в том, где они живут. И они бизнесом умудряются заниматься, деньги зарабатывать. И этот еще бизнес благословляет их служение. И они еще и служением занимаются. Понимаете? Потому что я верю так, что в Библии написано, что если, ну, как бы идея библейская, ну, так в Библии не написано, просто идея такая, что когда мы заботимся о Божьем, Бог начинает заботиться о нашем. И это очень важно. Вот тоже очень важный библейский принцип. Нет, ну, написано, ищите прежде всего Царство Божьего и Его правды. Абсолютно. А все остальное вам додастся, потому что знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете. Да. А я Оливеру говорю: Оливер, а чем мама занимается? Говорит: ну, мама дома с детьми, она их воспитывает. То есть у них хватает. Я говорю: а как вы дом купили? Говорит: за кэш купили. Комнате. Представляете? Ну, то есть, как это? Ты же служением занимаешься постоянно. Да? Потому что Бог заботится, вот, он дает профессию, дает работать и зарабатывать. Вот такие интересные истории. Ну, это для меня очень сильный такой пример. Чтобы не заботиться, не переживать. Ну, Бог о нас любит, да, Он заботится о нас. Друзья, кто еще хотел бы поделиться каким-то выводом из этой истории? Я же к тому же тоже вижу, что с этим можно искать своего. Но люди приходят обычно с этим, я веду там гуманитарку, там, да, чтобы что-то такое получить, но они за этим не приходят, а это их спасение, да, и это как бы тоже должны четко разделять люди, да, когда посвящает себя служению, и следствие того, что ты рассказал.
неисчислимых, еще больше служением открытым сердцем, посвященным сердцем. Друзья, у меня есть предложение сейчас передать микрофончик Яму. Давайте, наверное, помолимся. Потом будет объявление и в конце еще молитва. Давайте помолимся. И помолитесь, пожалуйста, вот кто-то с рядов, да, вот если Господь вас побуждает, помолитесь вот, ну, вообще по тексту, по вот сегодняшней теме. Давайте помолимся.